Привет, друзья! Сегодня будем разбирать бой, наверное, кавказский назовем его, так как он, по-моему, более подходит кавказским песням. Вот. И сыграем сейчас и попробуем разобрать. Приступим. Вот такой бой. Давайте попробуем разбирать. Итак, первый удар у нас идет правая рука. Вот играем аккорд, например, ре диез минор. Играем от пятой струны. Вот все аккорды, какие мы играем, играем вот, например, этого аккорда, играем от пятой струны. Если мы играем аккорд типа соль минор, играем от шестой струны. Понятно. Если аккорд типа ре мажор, играем от пятой струны. Если типа ре минора, играем от четвертой струны. Понятно с этим. Итак, вернемся. Играем, значит, от пятой струны. Договорились на этом аккорде. Дальше. Играем вверх, вниз, большим пальцем, указательным вверх. Дальше. Играем два удара вниз в районе четырех струн. Это мы делаем средним или указательным, как вам удобнее. Просто разгибаем пальцы и играем два удара. Сначала. Понятно. Дальше. Играем вверх указательным пальцем и сразу разгибаем пальцы вниз. На этом аккорде. Понятно. Вот там я играл место такое в конце. То есть мы и делаем так. Играем первый удар по всем струнам. Потом тише играем в районе басовых струн. Вот сыграли сильный. Два удара слабеньких. И так играем четыре раза. Или мы можем играть все удары сверху, но если это будет играться в темпе, то есть быстро, мы можем не успеть, то для этого мы можем сыграть так. Вниз по всем струнам. Вверх тихий удар и вниз тихий. Так в темпе будет сыграть легче. Давайте попробуем еще раз медленно сыграть то, что я играл в начале. Вот так. Вот такой вот красивый, не очень сложный бой. Пробуйте, у вас, конечно, все должно получиться. Желаю вам успехов. Спасибо. Пока.